дорогие мои подписчики моего канала. Сегодня 26 августа. Последние деньки хорошего августа. Сегодня волшебная вода. Она такая ласковая, хорошая. Температура воды сегодня плюс 18. У нас волны. Это в Акарбуле, Латвия. В Акарбуле это волшебная место, которое находится в Риге. Последние деньки теплые. А с 1 сентября обещают в Латвии холод. Может быть, в середине сентября будет бабье лето.